По словам специалистов Россельхознадзора, карантин в этих территориях объявлен после того, как в специальных ловушках были обнаружены бабочки сибирского шелкопряда. Правда, массового размножения пока не замечено. Несмотря на то, что из-за лесных пожаров погибли многие животные, которые питаются гусеницами. А это ухудшает естественную защиту леса, говорят специалисты. Вредит гусеница. Она повреждает хвою, хвойных деревьев. Основные такие любимые породы деревьев – это пихта и лиственница. Гусеницы сибирского шелкопряда могут погубить огромные леса. Сейчас сборы Пластовского и Уйского районов обрабатываются специальными препаратами.